Вот чем мне нравится работа в отделе кадров. Там многое узнаешь о людях. Сейчас Маргарет покажет, что значит доверие. Дорогой, что мне делать летом? Детей я отправила в лагерь, занимаюсь перепланировкой туалета. Бруклинский стиль. Кирпичная кладка и писсуар. Не хочет, чтобы я делал это сидя. Да. Новые соседи время не зря не теряют, да? Милый! Все шпионишь за соседями? Привет. Мы Джонсы. Какая милая улица. Даже у китайцев нет слов, чтобы описать какую улицу. Они сказали бы «сунь в хунь чай, вынь сухим». Как прикольно вы это сказали. Что-то с ними не так, по-моему. Какие-то они слишком успешные и стильные. Добро пожаловать в клуб «Кобра». Не ожидали такого, да? Змея как настоящая. Змеиное вино. Это настоящая кобра. А у вас есть лимонад? Я слежу за Натали Джонс. Привет, Кэрин. Натали? Тим просит звонить, когда я примеряю нижнее белье. Это наша с ним фишка. А у вас с Джеффом есть фишки? Мы делаем все по-быстрому, пока дети мультики смотрят. Кто же они такие? Нам нужны улики. Я хочу убедиться, что это не паранойя. Что это? Это ракета. Это же я. Что это все такое? Милый, это ты? Мама хочет день-день. Они не те, за кого себя выдают. Доверие такая штука. Без него случиться может всякое. Это Джонсы! А ну в машину, быстро! Я считаю до трех и рвем когти. Раз, два. Бог ты мой! Ну ты даешь! Хотел сыграть на опережение! С женой! Привет, лапуля! Нет, печенье для вас обоих. Ну, последнее поделить. Делите печенье! Делите печенье! В галстук вшит крошечный микрофон. Его невозможно обнаружить. Сос! Сос! Джек! Стой, 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 стой! Мы домоседы, но уж если идем, куда отрываемся по полной.